когда вот мы попали в плен, сейчас мы увидим, с кем мы воюем. Мы не желаем воевать, брать. Смотри, я тебе показываю свой паспорт. Извини, гражданского сейчас нет. Есть только загранпаспорт. Ты видишь? Видите все, ребята? Я вам показываю, с кем вы воюете. Здесь точно так же получается, люди поднялись против вот этих всех олигархов и так далее, потому что жить дальше стало невозможно. Но почему-то нас не услышали. На Майдане скакали. Донбасс работал. Когда Донбасс припекли, Донбасс поднялся. За свою землю, за свою родину. А теперь это вот чем выливается. Кому нужны эти жертвы? Сигарету сейчас. Что будет? Дай им пачку сейчас. Берите пачку. Давай, давай. Здорово, давай. Нет, видите, на войну ты промажешь. Тебя забрали в дом. Вызвали и забрали в дом. Персонал относился на высшем уровне. Перевязали, вытащили осколок. Парни, зачем вот вы все? Это была ошибка. Ты увидел вообще, что я не думаю, что вы будете. Добро пожаловать. Я это 100% правда. По-хорошему, что с нас можно взять? Конечно, отпустим. Обменяем на своих бойцов. Нам еще одной так кровью. Вам надо, чтобы здесь натовские ПРО стояли, а мне они не нужны. Сланцевый газ сланский добывался, из которого я приехал. Он мне там не нужен. Вот только из-за этого у нас народ и поднял, а вы так и не поняли. Вас убивают пачками, а вам рассказывают, что ваши киборги держат. Ну вот, вас киборгами называют. Вы похожи на киборгов. Да вы же люди обычные. А мы вам такого прозвища не давали, лишь по причине того, что киборг обратно считается как гробик. Сам не возвращусь, это вы их сюда прибыли, раз наши не шли. Да. Пусть думаю сами. Не бросать своих людей. Пидорас, блядь, самый настоящий. Пускай посылает своего сына, блядь, и пускай посмотрит, что здесь делает. Сейчас будем касаться.